Сегодня отмечается Всемирный день бабушек и дедушек. Они заботятся о подрастающем поколении, дают мудрые житейские советы и делают все возможное для того, чтобы жизнь в семье была легче, теплее и уютнее. Не просто так датой праздника считается 28 октября. Ведь этот день переплетается с древнеславянским праздником – почитанием семьи. Подробности в следующем репортаже Анастасии Шиховцовой. День, который ассоциируется с самыми теплыми воспоминаниями. День, когда есть еще одна возможность, чтобы поздравить самых старших членов своей семьи. Ведь их советы и поддержка важны для каждого человека. Семья Шмаковых – шестеро внуков. То мы были молодые, а тут уже возраст сам по себе говорит за себя. Тут уже внуки это только вот, ну, счастье, радость. Они с меня ничего не требуют. Ну, зато, когда я приду, они прям такие довольны, счастливы. Бабушка пришла! Их забота о близких, бесценный нажитый опыт, говорит нам о том, что жизнь без них была бы непростой, без их помощи было бы сложно. А кто, как не дедушка с бабушкой, которые помогут своим любимым детям и посидят с любимыми внуками. Я бы пожелала бабушке с дедушкой здоровья, счастья, долгих лет жизни. Чтобы было все в доме, чтобы семья всегда была рядом, чтобы все близкие были рядом и чтобы все были здоровы. Самое главное у нас сейчас что? Только здоровье. Сходить в гости к бабушкам и дедушкам на чашечку чая или просто позвонить по телефону и сказать, как сильно вы их любите, можно в любой день. Главное не забывать, что где бы вы ни находились, они вас любят, помнят и ждут. Анастасия Шиховцова, Григорий Волков, программа «Время местное».